Қазақстан Жібек жолы раллиін қарсы алады. 11 шілдеден 16 шілде аралығында Қазақстан Республикасының аумағында Мәскеу, Астана, Бейжің Жібек жолы халықаралық ралли өтеді. Ең батыл ержүректерге арналған қауіпті саяхаттың 10,000 шақырымы, әлемнің 50 елінен келген 300 машина беріктігін сынайды. 1,5 миллиард адам планетамыздың ең ұзақ ралли қатысушыларының тағдырын бақылайтын болады. Жібек жолы трансконтиненталды марафоны 3 мемлекет Қазақстан, Ресей және Қытайдың бизнесін, спорты мен саясатын байланыстырады. Қостанай, Астана, Балқаш және Алматы алғаш рет Ұлы Жібек жолы маршруты бойынша жарыс қатысушыларын өткізеді. Жіберіп алмаңыз. Бас автошоу сіздің қалаңызда. Жарыстың бағдары мен кестесі silkwayrally.com сайтында. Жібек жолы раллиінің Қазақстан аумағындағы бас серіктесі Алмалы активтерді басқару жөніндегі компаниясы. Одиннадцатое июля. Четвертый этап Silkway Rally 2016 Костанай, Астана. Участники преодолели первый казахстанский боевой этап гонки, который был сокращен в связи с ухудшением погодных условий. Шелковый путь держит штурманское направление на столицу Казахстана. Гонка прошла стадию разогрева, и теперь в раллийном караване настоящее гоночное пекло. Организаторы фиксируют первые сходы. Но ни одного из них, впрочем, не числится в обойме казахстанских экипажей. Все 7 автомобилей в строю, хотя не обходится и без технических проблем. Но, несмотря на это, практически все казахстанские экипажи улучшили свои результаты в генеральной классификации. Блестящий результат показал экипаж в составе Айдына Рахимбаева и Антона Николаева, выступающие на мини в классе Т1, четвертое место. Бауиржан Исабаев на мини добрался до топ-10 генерала, девятое место. Сильнейший удар пришел на Рытвине. Промоину поймали, промоину. В целом хорошо, удовлетворены. Скорость была хорошая, ну, если не учитывать последние 10 километров. Я думаю, результат тоже хороший. 120-й экипаж Сазонов Цыра поднялись на одну ступень с 14-й позиции, несмотря на серьезные поломки. На 60-м километре пропали тормоза. Продолжаем двигаться, пилотировать. 7 километров до финиша по непонятной причине, в смысле на тот момент, машина кренится в повороте и ложится на бок. То есть не на скорости, то есть на финише уже более детально осматриваем машину, оказывается, взорвался амортизатор, то есть с правой стороны, на ту сторону, на которую мы упали. Вот такой день, сегодня так сложился. Второй экипаж, Ирден Шагиров, просто замечательно проехали всю дистанцию без каких-либо происшествий. Они идут в своем темпе, машина в порядке, пилоты тоже. Артур Ардавичус выжил сегодня максимум из грузовой «Татры». Несмотря на технические проблемы, пилот смог подняться в генерале с 8 на 7 место. Мы тоже сломались, постояли немножко. Потом догнали всех. Бригада, что, останови? Что-то сегодня я в ударе был. Выпил, как и нормально. На финише спецучастка пилоты не поленились познакомиться со своими болельщиками лично, несмотря на вымотанное состояние после этапа. А для кого-то это даже родные края. Здесь же все мои родственники, это моя земля. Погода преподнесла сюрпризы. Скользко, просто как корова на льду. На 10-м километре мы встали из-за сцепления. Наш механик сработал просто на пятерку. И мы потеряли всего лишь 11 минут на восстановление. То есть за 11 минут он нашел причину и восстановил автомобиль. Так быстро мы еще не ремонтировались.
Ближе к вечеру экипажи Astana Motors Sport прибыли в столицу, где состоялась презентация и автограф-сессия со спортсменами. Мы наконец в столице, на площади Байтерек. И я, честно говоря, ни разу не видел, даже на биваках, где-то в Аргентине, на ралли Дакар, на ралли Африка Эко Рейс, такого количества людей, которые находятся в майке команды Астана. Далеко не все они имеют отношение к команде Астана, но бренд Астаны Motorsports, кепки, майки и различная атрибутика среди фанатов здесь мы видим в таком количестве, что это реально, ребята, это называется Астана, фанаты в Астане. И мы здесь, все наши 4 экипажа Астаны Motorsports, включая Татру, теперь я понимаю, то, что астанинцы ценят и любят эту команду. Мероприятие посетили аким Астаны Асет Исикешев и глава попечительского совета президентского клуба Астана Дархан Калетаев. Особая сила, которая сейчас нами движет, особую поддержку, которую мы чувствуем, это все идет только благодаря родной земле, на которой мы находимся сейчас. Приветственное слово также взял чех Томаш Вратны, технический директор и пилот второй Татры. На ночном бивуаке все традиционно. Механики работают в ночь, буквально за несколько часов приводя автомобили в форму. Организация биваков – это отдельная тема. Ведь «Шелковый путь» — это не только спортивное состязание, но и сложный логистический и организационный проект. «Караван Ралли» прибыл в столицу Казахстана. Это 39 стран, участники находятся в данный момент в самом центре Евразии. Компания «Спортивная технология Казахстана» является официальным партнером дирекции «Ралли Шелковый путь». В данный момент мы ведем работу по всем направлениям, начиная от поставки оборудования, заканчивая всеми разрешительными документами на организацию данного маршрута. Хотелось бы поблагодарить руководство города за радушный прием, за саму организацию именно в регионе. Международное ралли «Шелковый путь» на самом деле является не только грандиозным спортивным мероприятием, но также и несет в себе аспекты экономического и политического сотрудничества между тремя государствами – Россией, Казахстаном и Китаем. Надеемся, что в дальнейшем это мероприятие перейдет в традиционное русло. И уже на сегодняшний день совместной дирекцией мы уже прорабатываем возможность организации обратного маршрута Пекин-Москва. Хотелось бы поблагодарить всех участников, пожелать счастливого пути, чтобы все благополучно добрались до финиша и ничто не помешало осуществить все межгосударственные цели. Ночной бивуак – это не только автомобили, спортсмены и механики. На каждом этапе ралли 24 часа в сутки функционирует лаунж-зона. Но вряд ли участники задерживаются тут надолго, ведь на сон есть максимум 4 часа. Некоторые в принципе не могут позволить себе такую роскошь, как сон. Прибывая в 2 часа ночи с этапа, остается время лишь на ужин и душ. Далее ранний подъем и старт. Мы выехали сегодня в 4 утра, чтобы попасть на финиш спецучастка Астана-Балхаш, чтобы там встретить казахстанские экипажи, сделать подсъемки, взять комментарии. Спали всего лишь 2 часа, но только так, если мы хотим получить информацию о том, как двигаются казахстанские спортсмены на ралли «Шелковый путь» 2016. Так что увидимся в Балхаше и в завтрашнем дневнике. Счастливо! К
Казахстан встречает ралли «Шелковый путь». С 11 по 16 июля по территории Республики Казахстан пройдет международный ралли-марафон «Шелковый путь». Москва, Астана, Пекин. 10 тысяч километров опасного путешествия для самых отважных. 300 машин из 50 стран мира пройдут испытания на прочность. 1,5 миллиарда человек будут следить за судьбами гонщиков самого протяженного ралли планеты. Трансконтинентальный марафон «Шелковый путь» связывает бизнес, спорт и политику трех государств – Казахстана, России и Китая. Костанай, Астана, Балхаш и Алматы впервые проведут участников гонки по маршруту Великого Шелкового пути. Не пропусти! Главное автошоу года в твоем городе. Маршрут и расписание гонки на сайте silkwayrally.com. Генеральный партнер ралли «Шелковый путь» на территории Казахстана – компания по управлению активами «Алмалы».